О, по-моему, это наша любимая карта. Это там, где призма была, да. Но, боже, нет. Да, та Нет, самая. нет, нет. Я буду представлять, что это другая карта. С пони и радугой. Отлично, пони прилетели. Лучше выдвигаться быстрее. Куда Каждый пойдем? момент промедления А, пошли дает наверх, время захватим для роста станцию. тиранитской заразы. Ну, так переставляет ножки классно. У него хп чуть больше, чем у командора. У кого? Ну, у него уровень брони вроде как больше. Меня бы низко. А еще он ломает от тебя. Да. То, что ты любишь больше всего. Сверху уроды. Да они повсюду. Ох ты, мать твою, нихера себе у тебя там. Таркусом, Таркусом отступи. Что? А, я не тем отступил. Я врубил я Розарий. Не отступил. А, поздняк. Зачем? Не знаю, чтоб тебя не убили. Меня Таркуса все равно убили. Может, ну я отступаю уже к точке. Смотри, как Дэвид Атул отступает, потрясающе. Свет видящий, как бы он не шутит вообще. Чувство юмора нету, что ли? Серьезные Вообще ребята. никак. Вообще никак. Парни, ты что-то как-то отстал. Посмотрели бы Comedy Club. Ну я просто как бы Розарий, если не просирать, то он просто что-то как-то, ну вообще никак. Чё делает Тул? У меня такое чувство, что Эльдары, которые только что были рядом с зданием, только гранату не кинь под себя, пожалуйста, снова. Тул просто плюхнул по столу. Господи. Слева еще ребятки стоят. Я забью сейчас рукопашное здание. Я в домик сяду. Я не буду забивать рукопашное здание. Что лучше, да? Если кто-то спрятался в 16 этажке, то надо забить 16 этаж. Ну, сейчас что-то командор не сильно забивает. Сказал я и пришли. Ай, нет, Артём! Не иди туда! Вай! Вай, 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 вай. Вай, вай, вай. О, да, панши, давайте на дредноута, прямо на дредноута, да. Ну ни хера себе, ты видишь это? Ты это видишь? Ты это видел? Командор отступит когда-нибудь? Нет? Что это было сейчас? Вот это что было сейчас? Нагибание. Какие-то обычные дозорные меня забили, вот просто позорные. Но это не совсем обычная дозорная так, платформа. А, она с бронебойным оружием. Все вижу. Я подумал, что это с сюрикенной пушкой. Я подниму. А их хер отличишь? С бронебойного на оружие, с писькобойным. Черт его знает. Смерть дозорным! Слушай, он сейчас за... меня командор застрял в тебе и просрал возможность свою разбега. А энергию сняли. Ты меня починишь? У тебя Давай. починяка, она какая? Она расходуется или она бесконечная? Она пополняемая, не бесконечная. Быстро. Полностью. Меня полностью. Шикарно. Главное, чтобы не напороться. Вон там еще есть бункеры, козлы. Ну охереть, там стоят, сидят эти снайперы. Что делать, дредноут? Дредноут не знает, что делать, господи. Зажигай, зажигай. Амафай остаться. Выкурили.
Мы с тобой... А, все верно. Давай станцию захватим. Или нет, храм. Потом точка, которая близко к... Ну, зашибись просто. А, граната! Граната, сукмаистка! Это не та граната. А, это оглушающая, окей. Да блин, хер поймешь, плазменная граната там и оглушающая граната. Отряд рейджеров психов. Пытаешься глушить. Я туда не пойду, Артём. Сигнум. Тихо. Ты убрал сигнум. Да, сейчас я знаю, как решить эту проблему. Гранаткой? Угу. Ты просто наорал на тебя на всякий случай. Ну проблема пойдем. Не решена, но ладно. Чего эта херня делает? Да су... Да это что ж такое-то, а? Инцет. Я за... Это, кстати, укрытие, отлично. Он когда подыхает, даже становится... Остается полезным. Он когда даже подыхает, полезным, но он становится... Так-то. Бедняжка. Там что, 3 были платформы с бронебойным оружием? Нет, 2, по-моему. 2. Охереть, все. 2 вышло, много дырок. Ничи меня пока не надо. Я уже сдох, какая разница. О, фак. Я пошел назад. Я в домик-то занят. Я попробую выгнать их. Фак, я не заметил. Все, он чист. Отходим назад. Тул застрял. Артём, отступай. Отступай, Авитусом. Все, Авитус мертв. Я не успел. Это пинцет какой-то. Тула забить не могут, смотри, у него 4 единицы хп, он наступает. Нет, все. Пошли через Тула. Их пытался выжечь. Не иди к нему. Я даже ждал. Зачем? Я бы их забил. Зря гранату потратил. Почини дредноута. Нет, ладно. Да что за говно? Да зачем? Хотя у тебя убиты все. По-моему, это перебор. Я попытаюсь уступить Тулом. А он не может, по-моему, поднимать. Или может, я не помню. Как он отступает. Мама, я иду домой, подожди, мама. Это охереть просто. Я еще хилиться не могу. А я не могу поднимать, Артём, все. Это конец. Нет. Не можешь? Недоразумение какое. Ты серьезно? Да. Что делать? Ну, только сдыхай. Я попробую забить хоть кого-нибудь. Уйти из жизни с достоинством. Да, и вздумать из паука варпа. Я потоптался еще на тупаках. О, шикарно кого-то забил. О боже, я пойду хоть попробую сдохнуть. Где там платформа? Попробую сдохнуть, можно подумать, что тебе не получится. Я вдруг... Чё он в пауке варпа-то застрял? Чё он топчется? Он в пауке варпа застрял. Паук варпа показывает брейкданс. Слушай, они 9 хп только сняли ему, пока я шел, представляешь? 9. Ну, конечно, не эффективный типа прокинул. Вот, совет видящий. А вот они эффективные. Иди к платформе. А хотя какая разница? Сейчас, подожди, у меня 34 хп, я еще могу что-нибудь сделать. Я забью видящую в одиночку.
Неплохо он размотал следующий. Эвакуация прошла успешно. Ну да, успешно. О боже, что это было, Артём? Не, ну это тупо вообще как. Ты не заметил, что в здании кто-то есть, что ли? И все, на этом все закончилось? И все. Я думаю, они сейчас сидят, обстреливают потихоньку. Но благодаря вашим усилиям, ее мощь ослабла. Значит, мы высадку получены, просрались снова. Нихера она не слабо. Это нас успокоили, мол, все хорошо. Ладно, хоть станции не отбирают. Командор, в записях погнали еще раз. Я думаю, он может Тулу убрать, надо было. А что на время, да? Угу. Он сейчас как-то бесполезен. Ну, блин! Ну, потому что он бесполезен, да, без пулемета. Особенно без... Без этой, без пушки. Без своего умения, которое... Как я его назвал? Пылесос или... Пылесборник? Это которое разгоняется? Нет, которое просто по площади бьет из пулемета. А, по площади, да. Но оно и бьет еще, и откидывает, по-моему. Лучше выдвигаться. Оно уничтожает быстрее. Всех мясо. По крайней мере, на третьей сложности уничтожает. Каждый момент промедления дает время для роста тиранической заразы. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. У него еще ускорение должно быть, по-моему. Козёл! Нет, не успел он забежать. Рейджер хотел скрыться в здании, не успел. Может здание занимать, кстати. О, фак! Тут пушка с бронебойным оружием. Сейчас убью. Переживай. Дерьмо, она идет. Да это что такое-то? Оно сдохнет, как нет! Дредноут сам справился, вот пошла в жопу от меня, скотина. Когда я буду две впереди, я не пойду. Причем она может не только по технике хорошо бить, но и по единичным целям. Так что я вообще в заднице. Там есть что-нибудь? Да, там две, там две с бронебойным, Артём. Там две с бронебойным, я не пойду туда. Ну и в жопу. Эх. Чётко. Всё, я могу идти, да? Окей. Нет, там ещё... Они вон стоят. Нет. Это другие, скорее всего. Наверное. Может, просто отбросил, чёрт их знает. Уу, ракетница. Не, в жопу, я здесь постою, Артём. Нет. Работай. Там две с бронебойным, они меня забьют просто за них. Авитус, Артём, отступай. Охереть. Скажи, когда забьёшь эти... Господи, я попробую пойти забить. Взял, сравнял. Похоронил кого-то. О, можно отменить перезарядку, если разбежаться. Все. Destroyed! Your turret is doomed! Пацаны справа, Артём. Я пойду пацанов вынесу. О, фак. Я пойду поверх. Пока. Артём, тут еще пушка с бронебойным оружием. Справа. Убей. Ну, а лучше вообще не идти. Да, я думаю, лучше не идти вообще. Но это на всякий случай, если вдруг кто-то никуда не побежит. Мало ли там что. Ой, оглушающий. А где-нибудь есть эффекты, показываются здесь, которые наложены? Я вот что-то не вижу. Ну знаешь, как это было, как в первом Вархаме? Нет. Твою мать. Нет, нету. На наложенное кое-что положено.
Дредноут, говорит, сказал, я в порядке, все нормально. Тебя нет? Иди да, пока, да. Ты, а куда пошел, спрашивай, говоря, Таркус? Не спрашивай. Сейчас бы цитрусы. Сейчас на подмоге постою, конечно. О, фак. Побегу-ка я туда. Замочу-ка их. Два здания пусты. А, отряд рейнджеров. Они похожи на отряд видящий, поэтому их можно испугаться. Оба здания за... А, нет, правое за... Правое нельзя зайти. Нет, оба пусты, Артем. Слушай, Давид Антула забили ни за что. Он стоял просто на месте и все, а у него хп отнималось. Синий болтер. Садись в здание. Если хочешь, конечно. А нет, лучше вправо не садиться, там мало хп. Силы союзников атакуют. Упс, я снова это сделал. О боже мой, Артём. Убегай, Таркус. Наши союзники несут потери. Так, попробую сейчас тулом сбегать. Там это вроде нету. А, нет, там есть! Там есть, там есть, там все есть. Без потери тяжко. Вау! Просто вау. Я пробую сейчас их приманивать. Пробую поднять. Тактически сломал забор. Я поднял тебе, Аритус, беги назад. Могу рискнуть тулом, если хочется. Все? Зачистил? Угу. Нет, не зачистил. Ну ладно, с этим я справлюсь сам. Захватывай. Не интересует, почему они могут продолжать стрелять, если я весь отряд в ближнем бою начинаю бить. Алло, чё он не стреляет? Идем к ближней точке, да? Вот этой вот. Полевые генераторы устанавливаются, командор. Дополнительные ей, у меня на один Розарий больше. Вашей следующей высадки. Посмотри там, чё, посмотри, Артём, посмотри на это. Этих пушек просто дохерище. А, слушай, я могу чиниться здесь? Да, я могу чиниться, Артём. Вот здесь вот. А у точки нет. Видимо, это фишка храмов или станций. Я забью банш. Пехота союзников погибает. У тебя минус один на Авитусу. Минус два. Да бей сюрикенную пушку, твою мать! Командор там зажег. А, осторожно, там сверху много. Фак, это такая стрёмная точка, капец. Там оружие подавления. Ну, я сейчас пройдусь тут. Артём, только не кидай ничего. А то ты меня забьешь, а не их. Можешь, в принципе, мне помочь издалека, я не против буду. Ой, ты ёптать, призма! 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 Нет, да, это призма, Артём! Призма! Призма!
Вот это поворот! Вот это сраный поворот! Какой поворот, а? Вот. Беги, Авитусом, беги, беги, Авитусом. О боже, откуда призма-то прилетела, а? Вот ей-то что сдалось здесь, а? Вот-вот намазано ей, что ли, а? Господи. Предлагаю здесь пойти. Сверху, что ли? Ну давай. А я думаю, она отступила. Капец. Как она выбежала, такая: ой, вы чё, бежайте моих детишек, твою мать. Какого? А, отлично, тут еще пауки варпа, замечательно. А у нее же противотанковое оружие, да? Менять можно тип оружия. Твою мать, ну давай попробуем ее забить. Fuck you. Вау. Серьезно? Без поддержки она не так опасна. Всего-то 4000 хп, да? Давай их точку захватим. Она, может, опоздала на праздник. Проспала. Долго красилась. Та-та, иди посмотри на это, посмотри на это! Так, я отступаю командором. Это супер опасно. Если кто не подойдет, я дредноут здесь. Да, дредноут справится с баншами. Что с баншами было? Красиво. Чего он хп теряет? Я просто не понимаю, у меня дредноут теряет хп просто ни за что. Я вроде даже из боя его вывел, все равно теряет хп. Да чтобы баланс был. Он слишком крут. Шальная пуля, да? Может, это русский дредноут просто кто-то выносит? А, фак! Отлично просто. Ну что за говно, а? А, ступай, командорчик! Да ты ёптать, ну вот сразу двоих положили. Это все из-за этого бронебойного говна. Ну это что такое, а? Она стреляет еще нехило. Она даже находится за туманом войны. Просто вот... Охереть! Может вынести и командора, и дредноута. Ты посмотри на это. Две встали и стреляют. И ничего не сделал. Что? И они восстанавливают хп, кстати. Поздравляю. Ты подними меня, Авитуса, может быть. Да погоди ты. И Авитус ничего не делает. Мы должны поддержать их. Всю славу забрал. Зачем ты дредноута первым поднимаешь? Я отступлю-ка. А, нет, ты... Окей. Я мне показал, что ты дредноут первым поднимаешь. Подожди, не захватывай точку, не захватывай. Я отступлю этим. Нет, я отступлю дредноутом, чтобы быстрее. Все, сейчас захватывай. Да, он может здесь лечиться. О боже, ты еще не подыхал, да? О, мы вообще не подыхали, вот, да вроде вот только сейчас я в первый раз сдох. Ну что это за говно, ну? Две бронебойные пушки, все. Я вообще... Да опять, смотри, опять. Посмотри на это. Я веду. Тактика Евросоюза. Подманить и изнасиловать. Отступают, смотри. Ха-ха, лошьё.
сделано. Типа, я догоню ее, я пошел догонять, от него ничего не знаю. Подожди, я пошел догонять. Месть! Не знаю за кого. Куда она отступила? А! А, черт! Я уже пришел к битве с боссом. Пс. Их можно было не трогать. Он побежит? Нет, я ему давно приказал уже бежать. Фига себе. Он по 400 хп сносит. Турельки. Платформе, точнее. А дозорного вот забить не может. У меня 3 розария, если чё. Чё, идём? Там еще где-то одна банши должна тусовать. Uh-huh. Тусить, точнее. Эй, баба, вылезай. Вылезай, баба. Я помню, что здесь было больно, Артём. Она будет штормы эти сраные вызывать. О боже, нет. А что я сделаю тулом-то? 65 тысяч кп. Замечательно. Но я не позволю вам погубить наш мир, корабль. Она так еще такая маленькая. Наконец-то ты осознал, насколько глупо противостоять видящей ультве проклятого. Куда это она побежала? Ты сесть не хочешь никуда? Остерегайтесь ее колдовства. Держитесь. Так, твою мать. Тул отходит. Ты че, если что, можешь его подлечить? Бегай, подлечи тула. Я пока прижму ей сиськи, которых у нее нету. Да пошла ты в жопу! Артём, аптечку. Совет пришел. Это еще розарий врублю. Пока мы живы, никто не. Он на кнопочке его. Что-то совет видящий лох какой-то. А Витусом уступи, кстати, у тебя там один остался. Я не заметил даже. Ну и чё, где она? Она призывает силы варпа. Ну что это такое? Замечательно. Аптечка, поднимешь меня? Угу. Она призывает силы варпа, он сказал. Я подумал, как это будет графически показано. Может быть... Показано в графике. Может, нужен специальный контроллер, специально, чтобы садишься на него, и там тебе в жопу за разряд какой-то электрический засовывается. Я просто не знаю. Я врублю розарий и попробую дредноута поднять. Ты врубай розарий, как только поразу. А, я думал, ты же не сказал врубать розарий сейчас. Ну, простите. Оглушить его не можешь, кстати? Гранаток нет. Печалька. Чё она делает? Вот чё. Поднимай, поднимай. Да господи! Я же в розарии, она не может меня оттолкнуть в розарии. Так, я отступаю. О май гад! Они отступают вниз, Артём! Куда он тут? Нет, он наступает нормально, он наступает. Я подумал, что он наступает к станции. Авитус мертв. Неплохо. У меня один розарий всего остался. Давай, мы это сделаем. Наверное. Не хочешь домик сесть, нет? Ну, то не стоит. И почини его сразу, если чё, розарий врублю. Чини! Охереть, его уже убили! Он только встал, его убили! За императора. Я подниму. Забей её. В
жопу иди со своими выстрелами! Да иди ты в жопу, это что такое, а? Все хп снимает! Пока мы живы, да ну нахер, кто такую сложность сделает? Да это же маразм просто! Невозможно это так! Враги, ну хоть чуть-чуть хп оставьте, чтобы я мог уйти! Ну ёптать, не так же! Еще и графического представления того, что она делает, нету. Артем, там совет потрясающий. Из 5 человек. Замечательно. Ну вот, вот это бред, это просто извращение какое-то. Не делай этого, Артем. Пинцет. Нужен командор и дредноут. По-другому никак не пройти. Попробуй зайти снизу и поднять меня при помощи таблетки, если есть. Да я и так смогу. Ну ты только снизу зайди. Просто спрячешься за бункером. Вот здесь вот. Нет, зачем снизу? Я думаю, что у тебя таблетка не достанет. Ты проверь, достанет или нет. Ну ты им даже не вынес никого. Так, командор сейчас поднимет дредноута. Починяйка. Отступай-ка, починяйка. За императора. For the Emperor! Fuck them in the ass! Нет. Дальнобойный это имба. Так, мне не нападать? На последнего? Наши союзники несут потери. Окей. Я попробую её? Отступаю. Фарп! Нет, беги, тульчик, беги! Фу, инструмент убежал, мистер Молоток. Он аж стену пробил, какой-то лоб в жопу. Я сваливаю. Я не с вами, ребята. Где моя мороженка? Вау. Сраный варп. Если кто-то не знает, насколько больно этот, варп, представьте, что вам нужно сдавать 3 сессии одновременно, и вас в этот момент... ГИБДДшники перехватили на трассе, и до кучи вы живете в стране, в которой нет демократии и коррупция в районе вашей задницы. Я, пожалуй, пойду к ней. А к ней подходить можно в этот момент, Артем? Ты не помнишь? Не хрена себе! Ты это видел? Все хп, он был на краешке этого шторма. Я подниму, Артем. Стреляй в нее. Я здесь бесполезен абсолютно. Если есть починяка, то починика. Я смогу пережить тысячи смертей. Артём, варп. Варп. Я не могу отойти. Да это просто бред. А командор не сдох, представляешь? А кто её убил? Она уходит! Ну что, она просто жалилась над нами. Может быть, я даже буду скучать по вам, когда вы превратитесь в прах и пепел. Прах и пепел? Нагибательная. По-моему, она еще появится. Боже. Тут нету смысла играть в ближнем бою. Может мне взять с собой цитрусы? Серьезно? Никто не остался жив, Артем. Никто. Все плохо. Все очень плохо. Надо было называть уткой персонажа. Псидаком. Инопланетная ведьма сбежала. Она смеется над нами, пока гибнет наш мир. Командор,
Я разделяю расстройство вашего сержанта, но у меня есть куда более важные новости. Я, наконец, получила мастер-коды контроля кузницы Ангел и передала их на ваш корабль и флоту капитана Ангелоса. Хотя, боюсь, уже слишком поздно, и от них будет мало толку. К региону приближается еще один тиранидский рой. Подходы к кузнице защищены высокими стенами, но враг теснит имперских гвардейцев, охраняющих кузницу. Ваша нерасторопность и политиканство обрекли нас всех, Дероза! Если так, я уверена, что моя смерть будет подобающе ужасна, сержант. Жаль, что этого нельзя сказать о губернаторе Вандии. Что вы имеете в виду? Я не хочу, чтобы это звучало в здании моих ошибок, но я несколько дней билась за эти коды. Губернатор приказал мне продолжать тянуть время, а потом просто перестал отвечать. Когда я наконец-то решила вопрос с солдатами дома Ванди, охраняющими его резиденцию, выяснилось, что он покинул Меридиан и находится в личном убежище за 3 сектора отсюда. Тем не менее, я нашла коды к кузнице Ангела. Вы пошли на серьезный риск, администратор. Вас могут повесить за измену, если губернатор вернется. Губернатор Ванди поджал хвост и оставил целый сектор на верную смерть. Это ваш командир бьется за спасение сектора. Если уж есть в чем меня упрекнуть, так это в том, что я должна была быстрее понять, кому стоит доверять. Я думаю, она ошиблась с призванием. Ей стоило стать сестрой битвы. Кому доверять? Губернатору или бравым воякам, которые погибают в бою? Губернатору или бравым воякам, которые погибают в бою? Боже мой. Типичные женщины. Свертем на этот уровень заражения. Что мы сделали не так? Мы начали в это играть. Я не заставлял на последней сложности играть. Или заставлял. Кто кого заставил играть в это на последней сложности? Никто кого не заставлял. Все плохо. Броня терминатора открылась. Артём. Господи, этот пистолет такое говно. А, нет, там требуется броня терминатора для... В смысле, оружие появилось для брони терминатора. Ты про чё? Про кого? Про омрачённый болтер. Пониженная дальность. Его продать нельзя. Серьёзно? Серьёзно. Ещё один битый пиксель, сколько можно? Что будем делать? Я думаю, надо обороняться. Всё плохо. Всё очень плохо, Артём. Настолько плохо. Так нету миссии с обороны. Вон. Нету. А, или это не оборона? Нет. Фак. Может, жопу этот уровень заражения? И все-таки зайдем. На пассажок-то их забьем. Топор говно. Ой, не то прокачал. Блин, хорошо, можно отменить все, что закинул. Топор? Какой топор? Может, молот? А зачем ты ближний бой качал? Я не качал ближний бой, он был изначально таким. Да, Артём, да. Такие дела. Это все игра. Это не я. Почему у тебя Авитус больше прокачан, то есть, чем... То есть надо было как можно быстрее получить этого Тула, да? Чтобы у него не были криво вкачаны. Ну почему навык? Криво вкачаны? Не вообще-то и криво. Ну криво. Ну мне хватит прокачаться до... Смотри, на следующем левеле прокачаюсь до древнего защитника. И сколько там еще останется? До 20 левела. 6 левелов, да? То есть 12 останется поинтов.
все тут останется, прокачать стрелковое оружие и даже останется на энергию и так далее. Да все окей, так и было всегда. Тут просто не получится все прокачать. Тут как бы это создано для того, чтобы чтобы казалось, чтобы была видимость того, что якобы он сильно прокачан, да? А какая разница, что качать-то? Блин, я не знаю, как это объяснить. Ну смотри, если бы прокачивать его с самого начала, да, там стрелковый и рукопашный раунд, то одинаковое расстояние надо пройти до туда и до туда, до первых скиллов. Зря я прокачивал ближний бой Командору. Респектнуться ведь, ну, в смысле, все перекачать же только в Chaos Rising можно, да, будет? В Chaos Rising. Фак. Сякс! Охереть. Броня валяется нахер ненужная. Милость раса продадим, а то там 37% сопротивления урону огнемет. Это так нужно.